сзади хорошо держится волосы. Значит, она снизу, а не сверху. Не открывай, как говорится. Язык готов, но застыли. Ну, плюс ветер. Плюс ветер, да, на мотоцикле считаем. Да, да, да. Что-то прям очень холодно сегодня. Ты только начала видеть, как ее на раме. Видишь речка? Где? Вот спереди. Да. Это наш впереди бридер, на этом уровне будет. Поняла, сколько? Ага. Значит, перевод будет между речкой. Держи, я одену. Сейчас, секунду, забираю. Ты уже не улыбаешься или улыбнулась и уже не можешь не улыбаться? Да. Не могу перестать. Уже не можешь. Ребята, на градуснике, наверное, минус 15. Что-то вообще холодно, первый полет. Сегодня утренний. Ух! Грузия. Без снега, но с морозиком. Сухим таким. Очень красиво. Никогда ни на чем не летала. Погода-то бомба. Просто летит, не отпускает. Обычно восходящих потоков нету, а здесь прям вот клин. Да? Восходящий поток, да. Ага. Его подбираем. У нас чистые нули сейчас. Я вот вижу, что у нас минус, может, есть какой-то нормальный. То есть мы не просто болтаемся, а ты что-то подруливаешь, да? Я немножко, да. Я просто даже не чувствую это. Чувствуешь, что сейчас немножко... Да, да, свет, да. А как ты их чувствуешь? Как и ты. Понимаешь? Я-то думала, он неуправляемый. Нет, он управляемый. В данный момент просто я руки грею. Сейчас, когда начнем крутиться, ты поймешь, насколько управляемый. Я-то думала, он как бы приземляется, куда долетит. Как ты думаешь, если на нем можно пройти 70 километров? Температуры воздуха. Ага. Не в теплый воздух, ага. Легче, чем окружающая среда. Соответственно, начинает двигаться. Вверх. Да, да, да. А мы, этот за счет чего? Этот воздух ловим теплый и обрабатываем. Ага. Находимся в нем, понимаешь, да? То есть мы взлетаем на термических потоках. Ага. Есть термические потоки, но мы еще не взлетаем. А может быть так, что долгое время нет потока? Конечно. И ты просто садишься, потому что нет. Выбираем место, да, приземление, приземляемся. Конечно. Называется «Не повезло с погодой». А когда жесткое крыло, и ты наверху сидишь, это что? Это как называется? Это дельтаплан, есть планер. Да. Ага. Это другое совсем, да? Немножко другое, да. Но принцип такой же? Жесткокрылый есть, разные. А? Принцип такой же, что обработки потоков, ловить. Да. Полеты на потоке, да, восходящие. Как птицы. Птицы такой же принцип используют. Они восходящие потоки ловят, как обрабатывают.
громче говори, потому что нужно очень тихо снимать. Ладно. Поехали, приехали. Хорошо. Назад сделай. А? Назад шаг.